Друзья, всем привет, народу сегодня. Ну, неудивительно, все везде дорожает, люди подешевле ищут. Так, мандарины сегодня по 69 рублей. Кило 300 на 90 рублей. По-моему, отлично. Привозят из Марокко. Небольшая пробочка образовалась. Так, в холодильнике лимончики сегодня по 83 рубля. Лоток 76 рублей. 6 крупных лимонов. Неплохо. Так, посмотрим, что-то новенькое. И корно-лососевое масло. Cool Place называется. Состав мелкий, приближу максимально. Может быть, на экране что-то будет видно. Ничего не могу прочитать, честно. Однородная масса. 77,90. 200 грамм. Корейскую морковку привозят сюда часто, но вот со спаржей первый раз. Ведро 800 грамм. Спаржа есть, видно. Так, посмотрим в составе. Морковь столовая, спаржа, масса соевая, протеиновая, соевые бобы, вода питьевая, сахар, чеснок, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль, усилители вкуса и специи, перец, чили. Так, а это кальмар энд соус, уже покупал, вполне приятная смесь, сливочно-чесночный, рыбная сеть называется, на тосте, на греночку с чайком сладеньким, очень мне понравилось. Все же, наверное, не стоит злоупотреблять этими соусами. 53,20. Ну а пока я ходил, весь сыр сегодня почти раскупили. Остался сметанковый по 444. Давайте покажу цены на другие. Король Эдмонд 420, Маасдам 534, швейцарский 408, Сулугуни 392. Вот еще остался Сулугуни. Россия, Белгородская область. Попробуем найти состав. Пастеризованное молоко, соль, поваренная пищевая, бактериальный концентрат для сыров. Так, а это что? Это сгущенка. Продукт молочный, сгущенный с сахаром, без заменителя молочного жира. Написано, массовая доля жира 0,2%, 850 грамм. Удобные вот эти пачки, как майонез выдавливаешь. Цена 103 рубля. А вот лучок подъехал. Посмотрим. 19,90. 44 рубля. 2,232. Целый пакет. Твердый, хороший лук. Так, идем далее. Что-то новенькое. Гренки морпех. Называется холодец хрен. 120 грамм пачка. Состав хлеб ржано-пшеничный, мука ржаная обдерная, мука пшеничная первый сорт, дрожжи хлеб пекарный, прессованный, соль, масло растительное. Ну а далее ароматизаторы и ешки, куда же без них. Так, а это буженина с аджикой. Состав, наверное, приблизительно такой же, меняются только ароматизаторы. И чеснок. Цена 17,80. Так, рядом еще что-то похрустеть. 5D, чипсы, сметана и лук. 250 грамм. Огромный мешок. И огромный состав. Бекон. Цена 52,40. Так, а это вкусные обычаи. Окорок тамбовский 325 грамм. Великий Новгород привозит. Состав свинин на первом месте, потом вода, посолочная смесь, соль и так далее. Так, и стоит 115,50. Рядом ветчина рубленная, домашняя, масса 340 грамм. Свинина тоже на первом месте, субпродукты. Особо не будем останавливаться, примерно такой же состав, 79,60. Так, посмотрим, что есть из чая.
Energy с витамином С, черный чай с апельсиновой цедрой и ароматом облепихи, манго и мандарина еще. Чай черный байховый с добавками растительного сырья цедры. Так, а этот черный чай с листьями земляники и ароматами также разными. Байховый чай, земляника, лист, ароматизаторы. Честно, ароматизаторы бывают не очень вкусные, лучше обычный чай. 20 пакетиков по 1,5 грамма, 41,20. Так, а это большие бутылки соевый соус, классический, Сойдон называется. Покупал обычный соевый соус, не видел никаких различий особенных. Состав приближу, кого интересует, почитайте, нажмите на паузу. Цена 69 рублей за литр. Вот эти огурцы покупал. Не самые лучшие, на мой вкус. Не хватает как будто вот хрустящести, скажем так. В составе ничего лишнего нет. Рассол, маринад прозрачного цвета. Цена 88,80. 680 грамм. Так, маслины 119,30. Без косточки, донская кухня. В составе натуральные маслины, вода и консерванты. Называется донская кухня, а возят аж из Египта. Цена 119 рублей. Так, большие бутылки кетчупа. Целую гору привезли. Кубаночка томатный. Гарантированно высшее качество. Но кубаночка, в принципе, более-менее делает кетчупы, соусы. Бывают даже вкусные. За эту цену вполне сойдет. Состав приближу. Мелкий, может, на экране что-то будет видно. 900 грамм, 92,60. Так, вот как раз тоже кубаночка. Это соус томатный. 100% натуральный. Класса премиум, без консервантов и красителей. В составе томатная паста, вода, сахар, регулятор кислотности, уксус, перец душистый, перец красный, горький. Цена 63 рубля. Еще кубаночка, томатная паста. Пасту беру всегда, когда бывает. Нормальная, вкусная, густая, однородная, насыщенный вкус. Цена 98,70. Давно не привозили. Лондон Тиа Клуб. 60 конвертов по 2 грамма, 8 видов чая. 2 грамма, нормальный вес. Дешевый чай в основном по 1,5 грамма фасуют. Разные вкусы. Посмотрим. Индийский, зеленый, байховый, имбирь и апельсин, лимон, аромат лесных ягод. Много вкусов. Симпатичная коробочка. Цена 177,90. Вернулся наряд с оленями, люди немножко отошли, было много фрескантини, пепперонкина, масса 650 грамм. Аппетитненько смотрится. Это консервы, овощные маринады. Так, фокус. Перец горький, маринованный, волжский. Состав: перец горький, стручковый, свежий, вода питьевая, сахар, соль и уксус. Простой состав. Цена 111,90. Как-то покупал вот такую приправу. Если добавлять в блюдо, надо соль не класть, потому что и так в приправе много соли. Вот копченой солью приправка, в ней практически одна соль, приправы немного. Ну и цена, не сказал бы, что дешево, 222 рубля. Так, посмотрим. Жевательные конфеты со вкусом манго. Манго, сахар, лимонная кислота. И все.
мягенькие, как мармеладки. А это со вкусом ананаса. Вместо манго в составе только написано ананас, а также все остальное одинаковое. Ананас сушеный 500 грамм. Посмотрим цены. Ананас кубики 184, манго также. У ананаса только разные производители. Этот Ислам, а это Конг. Обе пачки по 500 грамм. Так, привезли детские пюрешки с заботой черноголовка, оранжевая корова, фруктовое пюре яблоко, без сахара, 100% натуральный продукт. Посмотрим. Состав пюре яблочное, содержит сахара природного естественного происхождения. Замечательно, это хорошо. Так, эти все, по-моему, тоже яблоко. Сегодня один вкус. Цена 20,70. В комментариях по поводу вот этого нарезанного очищенного картофеля целая дискуссия завязалась. Зачем платить столько денег, что он получается замороженный, сладкий и так далее. Спорили. Ну а некоторые писали, что очень удобно для супа даже, не обязательно для жарки или во фритюре. В составе только картофель написано. Способ приготовления. Масса нетто 1000 грамм. Ценника нет. Прошу на кассе, на экране напишу. Прошелся по бытовому ряду. Особо ничего новенького не привезли. Вот только такие небольшие ведерки. Мягенькие, совсем легкие. Ну и недорогие. Цена 78,60, 7 литров. Можно, я думаю, найти им применение. Так, и контейнеры 485 рублей. Вот такие большие, на колесиках с крышкой. Всем удачи, до встречи, пока.